Засада, конечно, разной бывает, но этот уму непостижимый массовый автомобильный облом с заездом в глухой тупик по навигатору и не абы где, а практически в центре Екатеринбурга, кого хочешь, с ума сведет. Горожанин Алексей Рогозин, сам себя он называет фотоблогером, каждый день из своего окошка, а из него улица Челюскинцев в районе управления железной дороги как на ладошке, наблюдает утомительно однообразную картинку. Десятки, если не сотни автомобилей за сутки, ориентируясь на свою слегка устаревшую версию Яндекс.Навигатора, пытаются проехать за автомобильными путями, а кое-кто и по ним, и неизменно натыкаются на заснеженную горку щебня. Самые резвые, как этот опель, по уши застревают в снежной целине, пытаясь по рельсам объехать пробку по Челюскинцам в сторону Макаровского моста, из-за ремонта которого, собственно говоря, вся эта кутюрьма и происходит. Как уточнил в комментариях Тау, автор этих уже давно не смешных, скорее грустных видеозарисовок с натуры Алексей Рогозин. Он специально еще на прошлой неделе проверил версию Яндекс.Навигатора и убедился в том, что информация устаревшая. В ней не указан новый съезд с Челюскинцев на Гражданскую, который ближе к мосту. Правда, как уточнил Алексей, сейчас в навигаторе проложен новый правильный путь, но не у всех автомобилистов он закачан в навигатор. Результат, как говорится, налицо. Хотя, как говорят, на навигатор полагайся, но и сам не того. С этим не того тоже проблемы. Как уверяет автор видео, несмотря на массовые заезды в тупик, на перекрестке Челюскинцев-братьев Быковых нет указателя о нем горемышном. И ладно, в тупик заедешь. Хуже, когда легковушки по трамвайным рельсам пытаются пробку объехать, как тот самый «Опель». Кстати, еще один «Опель». Позапрошлый очень холодный понедельник, 4 февраля, когда жидкость в термометрах екатеринбургцев резко провалилась за отметку 28 ниже нулевой черты, шустрый малый рванул по рельсам и застрял, больше чем на час остановив трамвайное движение. Полдюжины мужиков даже пытались голыми руками бедолагу с рельсов столкнуть. Как объяснил Алексей Рогозин, засада ждет автомобилистов и на рельсах тоже. Из-за ремонта между шпалами убрали асфальт. Ямы присыпало снегом. Трамваям, конечно, хоть бы хны. А вот «Опелям» не сладко приходится. Одним словом, нынче в Екатеринбурге на Челюскинцев возле Макаровского моста засада на засаде и засадой погоняет.